Привет любителям криптовалюты! Сегодня сделаю обзор на быстрый и надежный браузер Brave, с помощью которого вы сможете зарабатывать токены BAT на мобильном телефоне. BAT расшифровывается как Basic Attention Token. Это токен на базе эфириума. Brave – это невероятно быстрый и безопасный браузер для серфинга в интернете. В Brave уже встроена программа, блокирующая рекламу, и вам теперь не придется устанавливать дополнительные плагины. Brave уменьшает скорость загрузки страниц. При работе с этим браузером вы заметите снижение расхода батареи, а также расхода трафика. Он обеспечит безопасность и анонимность благодаря передовым технологиям. В браузере вы сможете посмотреть, сколько заблокировано трекеров, реклам, HTTPS и сколько вы сохранили времени при пользовании этим браузером. Скачивайте и наслаждайтесь. Ссылки будут в описании и в комментариях. Итак, давайте установим. Переходим по ссылке и нажимаем Download Brave. Нас перекинет на Play Market. Устанавливаем браузер. Ждем, пока установится. Открываем браузер. В поиске пишем Chrome Flex. Открывается вкладка. Теперь пишем Rewards. Открывается вкладка Default. Заходим в нее и выбираем Enable. После этого перезагружаем приложение Relaunch Now. Видим, что после перезагрузки появилась иконка. Нажимаем на нее. В новом окне нажимаем для создания кошелька. Получаем награду. Нам зачислилось 25 бат. Раньше это вознаграждение было больше и составляло 30 бат. Токены сохраняются на балансе 3 месяца, а потом обнуляются. Вывести их можно, но для этого нужно подключиться к партнерской программе. Если хотите узнать, как это сделать, пишите в комментариях, я сделаю для вас ролик. Также токены можно перечислять в виде доната. Заходим на сайт или канал, кликаем на значок «Отправить пожертвование» и выбираем количество бат. Отправляем пожертвование. Если ролик был полезен, то оставь комментарий под видео.